Здорово! Не сошел! Твой новый напарник! Здорово! Я Иваныч, твой старый напарник. Может, в фуру сядем? Холодно сегодня! Ну, давай! Да позвольте поехали! Время-то уже, Иван! Колесо так помогите хоть накачать. А у вас насос есть?
Да нету. А у нас есть. О, спасибо, выручили. Ладно, мы поедем. Слушай, Сашок, а им-то вообще куда? Я не знаю, Иваныч. Как ты не знаешь-то? Ядерный бабай! Чё мне за напарник такой достался, а? Саша! Иваныч, ну я же пошутил! Ведь мы же на МКС! И мы начинаем! Ну что, зал разогрет? Ненадолго. Смотрю, все уже в сборе. Даже Тиевский здесь. А, не Тиевский. Опознался. Меня-то хоть узнали? Как Илюшкин! Узнаю. Приятно. Недавно узнал, что я не единственный ребенок в семье. Сестра сказала. Решил объявление расклеить, а принтером пользоваться не умею. Интервал между строчками соблюдаю. Решил брата сам искать. Где искать-то, думаю. Ну, сел маршрутку, а водил мне сразу. За проезд давай, брат. Я смотрю на него и думаю. Ну, здравствуй. Братишка. Слово за слово узнал, что у меня еще есть 13 братьев. Кошмар! Решил потрепать его по-братски. За щеку. А он нож достал. Ну, я не растерялся и сыр достал. Поели. А он нож не убирает, выгоняет меня. Я говорю, как так, ты ж брат мне? Он говорит, какой я тебе брат? Я говорю, ну не знаю, может 5-й, может 10-й. Ну, он и обиделся. Смотрю в глаза ему и думаю, не родной мне. Троюродный, наверное. По мачехе. Соседа. Ну, тут он из себя вышел, а я из маршрутки. Понял, что брата у меня нет. Обидно. Всегда хотел брата иметь, а мне сестра. Она меня с детства обижала, я молчал. Игрушки отнимала, я молчал. Я вообще не разговаривал до 5 вечера. Пришел к сестре и говорю, обманул меня, нет у меня брата. Она говорит, а у меня есть. Я говорю, ах так? И кто он? Она говорит, дебил один с бородой. Я говорю, как у тебя? Она говорит, нет, как у тебя. Вот такие вот мы родственнички. Спасибо. Thank you.
ладно тебе, не расстраивайся! Руки от груди убрал! Играем! Ваши ставки, господа! Чего? Тапки? Нет, ставки! А-а-а, тогда я ставлю свой слуховой аппарат. А он нормальный? Что? Я спрашиваю, он нормальный? Нормальный? Что ж ты так орешь-то? А вот и тапки. А я ставлю пенис ее. Тогда я ставлю внуков. Ого! Пенсию ставишь? Да он бляфует. Скрываемся. У меня все красные. Красные? Где красные? Да где ходите уже? Иду, иду. Да и туда ходи. Сюда ходи. Сюда иду. Да на стол ходи. А утка где? Успокойся. Я все равно все выиграл. Чего это ты все выиграл? Как это чего? У меня все красное. Красное? Где красное? Они вон там. Защищайтесь, ирды проклятые! Отдавай мой выигрыш, пень старый! Сосисочки! Где сосисочки? Здесь! Ты чего его обижаешь? Он на 5 лет тебя младше! Мама! Grandfather wins! Старый папа победил! Ladies and gentlemen! Дамы и господа! Today! Сегодня! In the blue corner! Синем углу ринга! Champion of the version! Чемпион по версии! HBO! NBO! BBC! BBS! Fight of the year! Драчун года! Лусиано! Радисон! Лукьян Лукьяныч! Перешел на русский. Влево, в нижнем углу ринга. Чемпион района Олимпиады по сопромату. Неудачник года по версии его девушки Зазули Анатолий. Если было море пива, я в дебилом стал красивым. Возьмите друг другу руки. Итак, правило. Ниже пояса не бьем. В губы не целуемся. И главное, первый ходит белый.
Лиза! Ты готов? Готов? Зубы, зубы мне! И... Шах! Рисовую лепешку испек самурай. Кого угостить? Самурай, самурай, кого хочешь, выбирай. No!
Здравствуй. Говорит по-японски. Я не понимаю по-японски. Я китаец. Вы китайцы все на одно лицо. Понаехали. Тьфу. Сурикен. Стиль тигра. Стиль медузы. Быстро все сюда. Давайте жить дружно. Убейте его и скормите труп собакам. Кто выключил свет? Кто выключил свет? Кто выключил свет? Скоро Самара! Воу!